Знімальна група 9 каналу побувала і в нічному художньому музеї Дніпра. Там відкрили новий зал, готували його півроку. Постійну експозицію західноєвропейського живопису вперше показали гостям у ніч музеїв 18 травня. До цього свята завжди намагаються зробити щось неординарне, але такий масштабний сюрприз уперше. Три експонати були приховані від публіки, їх відкривали поступово під час нічної екскурсії. Он новый во всех отношениях. Во-первых, новый в своей визуальной подаче. Во-вторых, в наполнении. Большая часть зала сейчас у нас представляет западноевропейское искусство. Этот блок был постоянно у нас в коллекции, но никогда не был частью постоянной экспозиции. Я считаю, незаслуженно. Поэтому мы решили провести такой эксперимент, изменить привычную схему построения экспозиции, которая еще тянется, наверное, с советских времен, и сделать нашу коллекцию западноевропейского искусства частью постоянной экспозиции, частью истории искусства, которая представлена в нашем музее. Она этого достойна, у нее есть своя история, своя ценность. И, как мы сегодня увидели, на самом деле это так, потому что этот зал был самым популярный сегодня в ночь музеев среди наших посетителей.